Я что, назад прибежал? Это нормально? Я же прибежал, по-моему, в то место, в котором мы... Офигеть. Что за черт? Или нам не сюда? Блин, это будет вообще бред. Не, ну если мы сюда зашли, то мы, наверное, не можем отсюда уже выйти, правильно? Скорее всего. Ну, то есть, если я зашел не туда. Да, я вот не могу ничего сделать. Опять подвисание. Режим ожидания. Сейчас там будет бегать опять наш друг, от которого мы убежали. Это же станция Фит, да? Надеюсь, что ковчег уцелел. А, или просто похожая станция. Кстати, мне опять очень фигово, мне нужно срочно тыкнуть пальцем какую-нибудь штучку интересную. Ну что, можно где-нибудь тыкнуть? Ткнуть или тыкнуть? Все красное, да? А, вот. Кэтрин, прием. Боже мой, что у вас с рукой? Да, кстати. Сложно объяснить. Вы мне только одно скажите. В ковчеге у меня будут оберки, да? Да, конечно. Вы как, в норме? Вы сможете работать? Да. Давайте уже заканчивать. Вы нашли ковчег? Нашел, но по дороге потерялся, когда ехал на вагонетке на Фи, так что он должен быть где-то рядом. Отлично. Идем к нему. Что, теперь дверьки все открылись? Нет. Хорошо. Фи работает. О, обалдеть. А, да, тяжко с одной рукой. Вы узнали, что случилось с командой Ковчега? Не совсем. Она почему-то не закончила запуск, и Ковчег забрали на Тау. Надеюсь, с космической пушкой все хорошо. Да, я ее починить вряд ли сумею. А вот и Ковчег. Покоц или это не он? О, ну-ка сюда иди. Давай. О, да. Как сразу хорошо-то стало, смотрите. Прямо самый долгий день в моей жизни. Да пипец, ну, самый долгий. Прошел всего день. Я не знаю. Для меня наш с вами поход просто мешанина событий. Ну а сколько времени? Какой день? 11 мая 2104 года, 3:30 утра. Но я не помню, когда мы начали. Для нее, наверное, все началось 5 минут назад. Так, а что мы тут делаем-то? Знаете, я сегодня проснулся в своей постели. А ведь это было 100 лет назад. Звучит странно. Так и есть. Я проснулся в своей постели 100 лет назад. Кто я? Да, кстати. Кто я? И вправду. Что-то происходит в этот момент. Видимо, вот открываются двери. Разницы. Мы можем просто оставить его тут, и тогда не придется рисковать, запуская ковчег через сломанный 5-километровый ствол и 100 километров пыльной атмосферы. А оболочка выдержит давление? Ну, шансы не очень большие. Кэтрин, скажите что-нибудь. Мне все равно, что вы думаете. Я запускаю. Ну вот зачем вы так? Давайте подождем, пока и подумаем. Всегда успеем запустить. Нет, мы так не договаривались. Ковчег сделан, чтобы их спасти, чтобы запустить его. Там есть надежда. А здесь только чертов террариум, в котором мы все и подохнем.
Бросьте, Кэтрин, я что, много прошу? Давайте просто подумаем, прежде чем рисковать единственной надеждой человечества на спасение. Нет, запускаем сегодня. Это мой проект, мой ковчег. Уже не только ваш. Вы не понимаете? Это не вам решать. Мы говорим о судьбе человечества. Отойдите от ковчега. Я его забираю. Ну уж нет. Я не дам вам все испортить. Хватит. Люди, успокойтесь. Отойдите от меня. Нет. Да вы что, охренели? Это случайно. Кэтрин, поговорите со мной, Кэтрин. Боже мой, Кэтрин. Вы что-то сказали? Это вы. Несчастный случай. Вы о чем? А, вы Кэтрин. Не волнуйтесь, так даже лучше. Офигеть, то есть это не... Она убила их до того, как ей, видимо, сознание скопировали? Как она умерла? Вы начали спорить с коллегами. Они не хотели рисковать и запускать ковчег, думали, что он не пройдет атмосферу. Они убили меня? Я уверен, что неумышленно. Просто пытались не дать вам провести запуск. Кажется, я нашел камеру сборки. Что видно? Там большая открытая гильза, готовая к загрузке. Отлично. Все готово для ковчега? Да, сейчас заберу. Да как они могли? Кэтрин. Я знаю, что меня нелегко любить, но я думала, они мне верили. Перестаньте, не надо так. Офигеть. Подождите, но когда ее убили-то? Сколько ей лет-то, я чуть не пойму. Уж явно не 100, она бы, наверное... А чё я не могу подойти к этой штуке? Может, сюда а что-то? У вас были друзья в Торонто, Саймон? Настоящие друзья? Было несколько. Джесси, Шон, Кевин. Я всегда хотела иметь друга. Настоящего. Того, с кем можно не сдерживаться. Я буду вашим другом. Ай, дружба и жалости? Еще лучше. А как груз-то сюда засунуть? Как вы думаете, ковчег пройдет через атмосферу в космос? Это уже не особо важно. Надо просто попробовать. Если сгорим, так сгорим. Если повезет, дадим человечеству надежду. Да. Целую новую эру. На Земле у ковчега энергии для работы хватит на несколько десятилетий, а в космосе на тысячи лет. Но все-таки риск немало. А здесь и не было никогда гарантий. Только надежда. Там чип, что ли, надо ставить? Так, эту фигню, видимо, никак не отключить. Да, пипец. Проход открыт, да? Чем сказал? С ума сойти, где я оказался. Мало того, что в будущем, так еще и посреди океана. Я ничего не знаю об этом времени и о том, как выглядит мир. Ну, вы немного потеряли. До кометы-то все нормально было. Да. Вы уже не перехваливаете. А то вдруг ковчег идти передумаю. Все-таки не расскажете, что у вас с рукой? Мне пришлось остановиться на Альфе и помочь убить Нью. Что? Как? Зачем? Чтобы он не мучил память человечества. Ладно, давайте продолжим уже. А что вы сделаете, когда попадете в ковчег? Сразу же. Проверю безопасность ковчега, стабилизирую траекторию, активирую солнечные панели. Что вы будете делать как человек? А? На облака смотреть. Это считается? Думаю, да. Какие облака-то? Их, наверное, и нету. Так, я в перерывчике грохнул одну тварь, там вы не беспокойтесь. Пока вы там в отключке были. Кэтрин. Торпеда прям. Боеголовка. Это все? Я не очень знакома с разного рода орудиями. А, вот,
Все системы готовы. Начинаем. Вернитесь, и мы пойдем к орудию. Мне кажется, она сейчас нас кинет. А куда вернуться? И пипец. Чё-то тишина какая-то. Пардон. Вернитесь. Честно, куда вернуться? Наверное, да. Наверное, скорее всего, за ней. О, у меня инструмент же наверху. Эх, мне кажется, ожидать вот от Кэтрин. Может, она сейчас сама куда-нибудь скопируется, и все, пипец. Хотя самому скопироваться это достаточно очень, ну, фигово. Ну, то есть ты лишаешь что себя теперь? Жизни. Теперь надо ставить снаряд в пушку, а потом... Бабах. Вы ничего не забыли? Как мы с вами попадем на ковчег, разве? Не нужно нас просканировать. О, не беспокойтесь. Космическая пушка Омега управляется не голыми руками. Выходит, тут место пилота? Как на Омикроне? Да, и мы можем с его помощью переместить вас на ковчег, управляя пушкой. Сразу двух зайцев. А сейчас возьмите умный инструмент и подключите его рядом с сиденьем, а я скажу, что делать. Ну ладно. Так, а давайте посмотрим. Офигеть, еще какая-то фигня. Деятельность. Что-нибудь такое интересное, может быть, прочитать здесь, знаете? Ну ладно. Какое сиденье, кстати? Стартовый купол. Ладно. Режим ожидания. Опять что ли наружу, блин, а? Ну что ж такое? Я не хочу в океан. Там темно и страшно, и сыро, и мокро. Мне слишком нежный водолазный костюм. Я люблю по всяким бункерам шастать, а не по дну гулять с рыбками. Ладно, может какой-нибудь промежуточный. Ну и чё? А, ещё не всё, да? Понятно. Стоп, а я туда вышел-то, блин. А то что-то я смотрю, тут ещё можно. Наверное, мы назад вернёмся, скорее всего, потому что... Опасно, запретная зона. Ладно, значит, нам сюда. К такому не привыкнуть. Так вам уже и не надо будет, когда все закончится. Точно. Садитесь. Сажусь. Надеюсь, ни с кем не надо будет сейчас. Конечно, жду, да. Не дождусь. Так, сейчас я включу сиденье. Вы будете управлять машинами и загрузите снаряд в орудие. Как управлять этой штукой? Не знаю, я не пробовала. Но все знают, что это просто, так что проблемы быть не должно. Ой. Что происходит? Чё? Куда ее грузить-то? Туда что ли? Все вроде. Начинаем. Ладно, я готова, жду вас. Жмите кнопку, и мы отправляемся. Но нам надо перенести наш разум на ковчег. И еще надо, чтобы он обязательно запустился. Так что я вывела все на одну кнопку. Нажимайте ее, и мы полетим. Все. Все, они все. Фух. Подождите, но опять же разум скопируется, разве нет? Начинаем назад.
назад пути нет. Спасибо. Да, не стоит. Вы совершили невероятное. Знаете, что я вам очень признательна. О, что сейчас будет-то? Осталось 20 секунд. Чего так долго грузит? Подождите секунду. Я думал, в будущем грузиться будет быстрее. Еще тут все оборудование работает, 9, как вы видите. 8. Вообще-то 7. 9. А, ну да. 6. Вы издеваетесь? 5. 4. 3. Ну уже груди! 2. Да! Да! Оживись! Получилось! Ха-ха! Опа, а мы не завершены. Я еще тут. Я еще тут. Кэтрин? Кэтрин! Я здесь. Какого черта? Что пошло не так? Все нормально. Они там, среди звезд. Так и знал. А мы тут. Нет, мы же садились на ковчег. Я видел, он закончил загружаться прямо перед стартом. Да, я видела. Так почему мы здесь? Саймон, я вам 100 раз уже говорила, как это работает, а вы не слушаете. Вы знаете, почему мы здесь. Нас не перенесли на ковчег, а скопировали. Игра судьбой проиграна. Вами и мной. Как и Саймоном на Омикроне, как и тем, кто умер в Торонто 100 лет назад. Нет, что вы несете? Мы такой путь проделали, мы запустили ковчег! Понимаю, мало радости, но зато наши копии там. Кэтрин и Саймон сейчас на ковчеге. Порадуйтесь за них. Вы спятили? Мы тут подохнем, а эти сволочи будут жить себе в космосе! Это не мы! Они не мы! Мне жаль, что вы так думаете, Саймон. А я горжусь тем, что мы сделали. Мы сохранили частичку истории человечества протяженностью в 1000 лет. Дали ей жить дальше. Нет. В жопу! Твою ж нахрен, сука! Да пошла ты, Кэтрин! Ты врала! А я тебе верил, я слушал тебя! Ты сказала, мы попадем на ковчег! Мы и есть на ковчеге, идиот! Я не врала! Я не могу отвечать за вашу тупость! Вы такой ублюдок! Сука! Кэтрин? Пипец. Прошу, не бросайте меня! Кэтрин? Кэтрин? О. Да, вот это, конечно, вот это грусть. Пипец. Кстати, эту музыку слышал. Так это душевно играет. Саундтрек этот. Блин, ну это, конечно, пипец. С одной стороны, я что-то такое предполагал. Ну, то есть, типа, я Кэтрин, я это самое, за человечество, за сохранение человечества, мы отправим их, порадуйтесь, типа, за наших детей, да, за наших наследников, типа, ну, за наши копии. Офигеть. Вот, но это самое, конечно, это достаточно жестко так. Нас оставили здесь, причем, как бы, с другой стороны, мы могли бы и продолжить, типа, играть, если бы, да, так разработчики задумали, типа, что случилось с теми, кто полетел в этот ковчег, ну, там, в смысле, в космос. Вот. То есть Кэтрин и тот чувак, они сейчас на ковчеге. Вот, ну это, конечно, да. Собственно, печально. Ну, девчонка такая вот, которая за идею, видимо, хотела до последнего это самое бороться. Типа, ей, видимо, комфортно от того, что ее копии сейчас сидят где-то там в космосе. Вот. Но, видимо, хоть какой-то смысл у нее был. Потому что в противном случае она просто здесь
также подохла бессмысленно, не отправив даже своих копий. То есть тут два варианта. Либо ты тут и остаешься, по сути. Они в любом случае тут бы и остались. Так что, наверное, других вариантов и нет. Вот, но жестокая правда. Как бы... Да, то есть, либо ты здесь и не отправишь наследников своих, скажем так, да, копии в космос. Или ты отправишь, но все равно останешься здесь. Ну да, жестко. Наверное, все, да? Опа. О, это сработало? Вау. Ничего себе. Офигеть. Где мы? Мы в раю? Я знал. Я знал. Господь где-то здесь. И овечки, пасущиеся. Да, это, конечно, все очень трогательно, на самом деле. Знаете, молча поиграть в игру хочется, да, и молча так ее закончить. С такой музыкой. Здравствуйте. Если вы читаете сообщение, вы приняты в проект Ковчег. Цель данного вопроса – помочь разработчикам лучше понять ваше субъективное восприятие и получить возможность сделать ваше участие в проекте лучше. Просим вас перейти непосредственно к опросу. Как бы вы описали свое физическое состояние? Я чувствую воодушевление. Я стал лучше. Я чувствую отстранение. Не настоящим человеком. Ну, давайте нормально. Как бы вы описали свое психическое состояние? Давайте третий. Надеюсь, нас не выпнут за этот тест. Как бы вы описали свои ощущения? Обострилось, мне кажется, да. Даже другие вопросы не читал. Что-то. Как бы вы описали свое отношение к новому... А, к своему новому состоянию? Я в депрессии, не могу отделиться от чувства, что все кругом не настоящее. Ну, ладно, пока в целом нормально все. Беспокоит ли вас тот факт, что вы больше не являетесь человеком в строгом смысле слова? Немного. Как вы воспринимаете свое новое существование? Как прямое продолжение предыдущего, как новую главу в своей жизни, как будто мне удалось родиться заново, как нечто совершенно иное, никак не связанное с моей предыдущей личностью. Ну, продолжение, конечно, да. Но в целом, как что-то новое. Как вы думаете, будет ли эта жизнь, новая жизнь, полноценной, достойной того, чтобы ее прожить? Ну да. Вероятно ли, что вы бы скорее предпочли выйти из проекта и принять смерть? Мне надо подумать. Ваш ответ сохранен. Благодарим вас за участие. Команда проекта Ковчег. Смотрите-ка, речка тут течет. Мы можем по ней пройтись. Скупаться в водичке. Удивительно. Офигеть. Мы все еще в Сому играем. Смотрите-ка, там виднеются какие-то небоскребы. Наверное, это Москва-Сити. Смотрите, что это такое? Тополиный пух? Или райские огоньки для добавления атмосферы? Не будем торопиться. Кэтрин? Да ладно. Кэтрин? Глазам не верю, у нас получилось.
Но мы смогли. Прямо гора с плеч. Все хорошо. Пипец. Теперь все хорошо.